В профессиональный праздник сочинских участковых уполномоченных полиции поздравил временно исполняющий обязанности начальника ОВД Сочи Сергей Огурцов. Полицейские получили награды и благодарности. Медалью «100 лет советской полиции» был награжден старший участковый уполномоченный полиции Владимир Новиков. В начале года он, находясь в свой выходной день в гостях у друзей, услышал доносившиеся с улицы крики о помощи. Полицейский выбежал на улицу и заметил дым, который валил со второго этажа соседского дома. Вместе с приятелями он бросился к горящему строению. За несколько минут мужчины вынесли из дома трех малолетних детей и вывели их мать. Узнав от женщины, что внутри остался ее супруг, отец семерых детей, Владимир Новиков вернулся в дом и на втором этаже обнаружил хозяина. Тот был без сознания. Участковый на себе вынес мужчину на улицу. В этом году Владимир Новиков стал победителем краевого проекта «Поступок».